Добрый день, меня зовут Валентин, я представитель компании John Greaves. Сегодня на битве агротитанов 2019 мы показываем свою гордость, а именно культиватор сплошной обработки, который служит для предпосевной обработки, а также для подрезания сорных растений. За основу конструкции взята прочная мостовая рама, которая состоит из продольных поперечных брусьев, 77 лап шириной 230 мм, обеспечивает перекрытие 75 мм. Импортного производства стойки кейс, а также лапа шириной 230 мм производства фирмы Белота. Подпружиненный блок, который позволяет отыгрывать любые моменты и заглубляться в любую почву. Поэтому это универсальная для всех видов грунтов сама конструкция стойки и сама конструкция пружинного блока. На каждой секции существуют колеса, которые идут в спарке друг с другом. Тем самым культиватор, опять же, при разных условиях работы не будет грузнуть в более легких грунтах песчаных. Регулировка глубины обработки почвы, что составляет до 12 сантиметров, регулируется за счет механических тяг, которые можно будет выставить всего лишь раз. И если хозяйство работает на своем агрофоне на одну глубину, то больше его трогать не надо. Глубина обработки можно выставлять по отдельности, как центральную, так и крайне левую и правую секцию. Дышло, которая является универсальным усиленным, имеет тоже механическую опору и также цепляется своим кольцом на любой тип трактора. Хотел обратить ваше внимание на прикатывающую систему, в которую входят прикатывающие катки, а также система плавающими на цепях зубовыми баронками, которые опять же дополнительно еще обрабатывают почву, вот разбивая какие-то анкорки, каток, который все это измельчает, закрывая при этом влагу. Если вас заинтересовал наш продукт, звоните нам на завод, пользуйтесь нашей техникой, поддерживайте отечественного производителя. Наша техника участвует в компенсации государственной. Позвоните, закажите тест-драйв нашего культиватора, и мы будем общаться, предоставим вам такую возможность. Спасибо.